забрал очередную посылку с почты из Поднебесной, в которой находится одна штучка для работы, для дома, ну, короче, для души. Сейчас многие гаджеты уже стоит переводить на популярный разъем Type-C, который у меня в телефоне, который у меня в камере, который больше и больше проникает в нашу жизнь. И эта универсальность заключается в том, что одного кабеля будет достаточно и для зарядки телефона, и для зарядки кабеля, для синхронизации данных, и также для того, чтобы использовать следующий гаджет. Распаковку начнем, когда я доберусь до офиса. Итак, вот наша посылочка. Вскрывать будем ножичком Венгер, который уже довольно-таки сильно прижился на кармане. Что же мы тут имеем? Вот такую презентабельную коробочку, в которой написано, что здесь для дисков HDD и SSD на 2,5 дюйма, большая скорость, Type-C, алюминиевый корпус, презентабельная хорошая упаковочка. Вскрываем. Название Орика, ссылочка будет в описании, соответственно. Вот так вытаскивается следующим образом. Здесь у нас алюминиевый кейс, с гравировочками, 280 грамм, 10 упаковка полностью. Есть один кабель Type-C. Очень интересно, надо будет потом посмотреть. Две брошюрки, два болтика, отверточка. Ну и, соответственно, Type-C USB 3.0. Хотя здесь должно поддерживать Type-C 3.1 технологию. Начнем с того, что будем устанавливать наш жесткий диск. Делается это довольно-таки быстро. То есть мы его всовываем. Ага. Что-то не так. Да нет, все правильно. Всовываем до щелчка. Здесь у нас уплотнительная резинка, но держится за счет наших болтиков. Всовываем каретку, соответственно, берем болтик. Отвертка не дешевенькая такая, ну, как бы нормальная, не быстро слежется. Винты, конечно, можно посадить и на держатель резьбы какой-нибудь. У меня есть один синий фиксатор. Так. Вот и все. Вот мы его и установили. Возьмем, не знаю, не стандартный, а возьмем мой кабель для передачи данных.
попробуем с его помощью определить мне наш диск. Включаем. Подключаем. Заработал. Звук пошел. Теперь мы проверим, как его определило. Идет установка программного обеспечения. Меня больше интересует вот этот кабель. Так, компьютер. Так. Устройство хорошо. Диск наш определила, данные все на нем видно. Теперь попробуем закинуть на наш диск. Так. Свойства: папка на 5 гигабайт. Копировать будем ее просто на наш диск. Так. Угу. Вставить подробнее. Ну, скорость нормальная. Для копирования 5 гигабайт у нас пишет 2 минуты. Чуть больше 5 гигабайт будет копировать 2 минуты. Покажем им. Сделаем следующее. Достанем наш телефон. Вот, собственно, ради чего и была вся эта песня. Пока идет копирование наших данных на диск. Диск даже не греется особо. Среднюю скорость мне пишет в районе 40 мегабит в секунду. Но это не стандартный его кабель. Подробный тест можно будет провести потом по скорости. Самое главное сейчас сделать проверку с телефона. Ну вот и все, уже докопировало у нас. Будем безопасно извлекать наш диск. Хотя я сомневаюсь, что с телефоном что-то выйдет, но тем не менее, сейчас мы это и попробуем. Оборудование может быть извлечено. Извлекаем. Далее.
Запускаем. Светодиод у нас загорелся, начинает определяться. Файловый менеджер, окей. И он наше устройство видит, но файловая структура интерфейс не поддерживается, пишет. То есть нам нужно его будет переформатировать в другой формат, и тогда мы сможем видеть его на телефоне, получается. Я думаю так. Но это уже будет совсем другая история. Кому нужны будут ссылки? Ссылки будут в описании на приобретение у продавца, у которого я приобретал. Доставка в районе 10 дней. Полностью отслеживается трек. Так что, ребята, вперед. Прошу. Всем, кому было полезно данное видео и данная тематика интересна, оцените это видео комментарием, лайком либо дизлайком. И можете порекомендовать своим друзьям. Подписываемся на канал. Всем пока. До новых встреч.